не буди во мне зверя. Я отношусь и так тебе не с полным доверием. Часто ты смотришь на часы и двери. Я спрошу тебя, когда ты не будешь мне верить. Важно спокойствие души для того, чтобы дольше жил. Как управлять яростью, когда стакан наполовину пуст, окутала полностью, как грехом окут. Я ненадолго, я еще вернусь. Окутала полностью, как грехом окут. Я ненадолго, я еще вернусь. Медленно, Боже, дай мне сил. Лично проверено, люди любят просить. Как управлять яростью, когда стакан наполовину пуст, окутала полностью, как грехом окут. Я ненадолго, я еще вернусь. Окутала полностью, как грехом окут. Я ненадолго, я еще вернусь.